Мы с вами стали свидетелями, когда один из депутатов регионального законодательного собрания высказался очень, мягко сказать, некорректно по отношению к тем, кто сейчас подпадает под действие закона, посчитав, что вот его путь более эффективного человека, он пример другим, а путь, который прошли и получают очень маленькую пенсию, это те, кто, по его мнению, меньше всего работал, и, собственно, в этом причина. На самом деле мы с вами должны понимать, что речь идет о людях, которые либо были инвалидами детства, либо действительно они занимались уходом за детьми и не выработали вот этот стаж, или они работали там, где заработная плата была очень маленькая, это вахтеры, уборщицы, санитарки, вот эти категории. Поэтому, коллеги, мы осуждаем такие заявления, и думаю, что вы согласитесь, нельзя так себя вести, и тем более отзываться о наших гражданах. Когда мы говорим вот о неуважении к обществу, это в первую очередь касается политиков, которые вот такими своими размышлениями просто оскорбляют большое количество наших граждан. Мы мимо не должны проходить, когда такое происходит, и эти случаи осуждать обязаны, потому что просто должны учиться и политической культуре, но и должно быть сопереживание и соучастие в жизни тех людей, в которых она сложилась очень тяжело, и решение, которое предлагает президент в рамках послания, как раз направлено на то, чтобы восстановить здесь справедливость. Тем более мы решение должны принять с вами, которое будет действовать 1 января текущего года.